Многие думают, что лиса в Майнкрафте один из самых бесполезных мобов в игре, и мало кто знает, что она может быть вашим защитником. Но для этого вам понадобится парочку ингредиентов, ягоды, поводок и парочку лис. И теперь самое интересное, вам нужно загнать всех лис в один загон и начать небольшое размножение. Поздравляю, у вас родился мальчик по имени Курама. После всех этих действий вы можете считать этого лисенка своим полноценным ребенком, ведь теперь он вам будет доверять. Ой, чуть не забыл, вам остается лишь откормить данного ребенка, чтобы он стал взрослее. Ну вот и все, теперь этот лисенок будет защищать вас от каждого, кто нанесет вам урон. Даже ценой своей жизни.